Данное видео создано для того, чтобы тупо поржать и не пропагандировать ничего, кроме юмора и стёба. Автор ролика ничего не употребляет, ее просто больная фантазия. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Так! Нет ли вообще 17 лет? Ты в этой позорной мини-юбке и с макияжем, как у Прошмонде, на последний звонок не пойдешь. Слышь меня? Валера! Бать, я Лера, а не Валера! Мы просто сына ждали. Давай, дуй, умывайся. Дорогие выпускники, а теперь слово предоставляется нашему любимому завучу Тамаре Яковлевне. Спасибо. Сегодня будет туз, а я сегодня напьюсь, а сегодня будет туз. МГУ или РУДН? Или МГУ? А может, не МГУ? Да, вечером по-любому Ивановой засажу. А в столовке такие вкусные беляши. Задержка. Залетела, не залетела. И провожаю вас в последний путь из всей нашей школы. Вот, сучка, такое же платье купила. Ну ты с кем, Ром? В одинаково, что ли, будем? Блин, что-то так срать захотелось. Так, олигофрены, почему же не все стали видеть библиотеку? Я обхожу лишний подпишу директора тоже! Аттестаты не получат у меня! Поразите, наследник, не сына вам, а свое имущество из родной школы, ты! Ну совести нет совсем! А теперь попросим всех наших учеников... Что это запах? Кто-то пернул? Или Айка скурит? Да когда же все это кончится? Так, я не понял, а где невеста? Я на свадьбе или где? Что происходит? Оксана Юрьевна? Да, Тамара Яковлевна. А где фотограф? Вы знаете, он не смог прийти. Мы же скидывались по 2000 на фотографа на последний звонок. Ну, а я буду фотографировать. Ах ты ж хитрожопая стерва. А мы с вами в доме. Тогда ладно, фотографируй. А Оксана Юрьевна у нас фотограф со стажем. Мальчики, скучнее, девочки, молодцы, улыбаемся, снимаю. Вы чё, пацаны, школу наконец закончили? Можно первый раз в жизни пиво попробовать. Yes. Ура! Егорка, ну-ка быстро домой. Блин, пацаны, без меня пиво пробуйте, я в универе попробую. Это что такое? Тёлка. Не стыдно? Еще аттестат о среднем образовании не получил, уже запортачилось. Ты что, хочешь быть как Сидорова с 11 ГЭ? Так, на подарки учителям скинулись, на газировку скинулись. А алкашка чё? Ну-ка давай собирай на алкашку тоже. Ну, ладно. А что там из алкоголя-то есть? Давайте шампанского возьмем. Одной бутылочки на весь класс хватит. Почему так мало водки взяли? А пронесем, не пронесем? Да не стыд, все нормально будет. Блин, а где еще одна бутылка? У Димона, он сказал, в себе пронесет. Ребята, не расходимся, сейчас будем фотографироваться. Stick your finger in my ass.